потреблении природного витамина D и кальция, профилактика остеопороза. Врач отделения эндокринологии медицинского центра Сунчонхян, профессор Ким Бо Йон. Полное формирование костной массы у человека происходит к 30 годам жизни, после чего начинается постепенное снижение ее минеральной плотности ежегодно на 0,5-1%. А у женщин климактерический период до 4% в год. Остеопорозом чаще болеют женщины, чем мужчины. Почему женщины так сильно подвержены остеопорозу? 도달을 하게 되는데 그 최대 골질량 자체가 남성에 비해서 여성이 10%에서 15%가 원래 낮습니다. 그렇기 때문에 태어날 때부터 뼈가 좀 약하다는 표현이 맞겠고요. 두 번째는 여자들 몸무게가 더 적게 나갑니다. 골밀도는 몸무게가 많이 나갈수록 올라가기 때문에 기본적으로 여자들이 체구가 작은 것도 원인의 하나가 될 수 있고 또 앞서 말씀드린 것과 겹칠 수도 있겠지만 폐경이라는 걸 누구나 겪게 됩니다. 그때 여성 호르몬이 급격히 떨어지게 되는데 그렇게 되면은 골밀도가 굉장히 내려가게 되고 뼈가 약해지는 또 주요한 요인으로 되어 있습니다. В итоге гормон паращитовидных желез, пытаясь восстановить нарушенный баланс кальция в крови, вызывает резорбцию костной ткани и приводит к остеопорозу. Прием в большом количестве химиотерапевтических препаратов, стероидов, глюкокортикостероидов также влечет за собой появление остеопороза. Профилактика и лечение остеопороза. Рекомендуется употреблять молоко, шпинат, витамины. Принимать солнечные ванны по 10-15 минут в день. Следует отказаться от приема продуктов с содержанием кофеина, от курения и алкогольных напитков. Необходимо заниматься физическими упражнениями для укрепления мышечной массы с целью увеличения массы тела. После наступления менопаузы, как правило, назначается медикаментозное лечение. Однако самым эффективным способом борьбы с остеопорозом является его регулярная профилактика.